Партнер программы «Прогноз погоды» – «Современная медицинская клиника». 12 и 13 мая в современной медицинской клинике нейрохирург из Коми Республиканской больницы. Если у вас боли в спине, шее и пояснице, спазмы в мышцах, защемление нервов, головные боли, мигрени, врач проведет для вас прием УЗИ позвоночника, обезболивающие и противовоспалительные медицинские блокады, внутрисуставные инъекции. Успейте записаться по телефону 30350. По сообщениям синоптиков, завтра, 11 мая, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный-юго-западный до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 1, плюс 3, а завтра днем плюс 13-15. Мосты между нами, мосты. Ну, где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печори на вокзале. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.